Добрый день! Сегодня мы представляем наш уникальный новый рецепт и также представляем программу «Еда со смыслом». Вот. У нас сегодня мы показываем вот такие волшебные блинчики. Это с рисовой муки. Они очень полезные и действительно волшебный очень вкус. Вот. Представлены с начинкой овощной, с тофу, с капустой тушеной и с яйцом. Вот. Настолько они вкусные, что все, кто пробует у нас, заказывают и не просто сладкую парочку, да, а заказывают и 4, и больше. Вот. Есть возможность и на вынос, и у нас в нашем домашнем эко-кафе. Вот. Также у нас идет вместе с блинами, мы представляем, рекомендуем наш волшебный коктейль. Это клетчатка, любимый кисель. Вот я в детстве очень любила кисель, и сейчас я очень счастлива, что такой кисель нам представляет компания. Вот это чудный коктейль Хайфайбер. Здесь находится и инулин, и клетчатка, и растворимая, и нерастворимая. И самое главное, это единственный коктейль, отличающийся от всех других чудных коктейлей, что здесь находится пробиотик. Вот. А пробиотик, вы знаете, это и заселение микрофлоры кишечника полезными бактериями, поэтому рекомендую. Волшебный, просто волшебный вкус, напоминающий с детства мой любимый кисель, который варила мама. Но это более полезный. Рекомендую. И это у нас все входит в наш волшебный набор. Мы все это готовим с большой любовью. Вот, поверьте, это очень вкусно, полезно. Также у нас в ланч входит любимый перекус. Вот, перекус на любимый вкус. Любые, один из видов батончика. Есть черника, есть манго. Вкус. И также можно супер хлорелло. Вот. Кому какой вкус нравится, выбирайте сами. Вот. Это все у нас удовольствие, любимая еда, которую вы едите, остаетесь всегда стройным, красивым, молодым. Стоит всего на вынос с батончиком и с таким стаканом чудного вкусного киселя, который без сахара, самое главное, без сахара, на стевии. Всего это удовольствие стоит 350 рублей. Поэтому ждем партнеров, гостей к нам на ланч. Вот. И, пожалуйста, можете заказывать. Мы привезем вам, сделаем доставку в любой район города. Приглашаем на нашу программу «Измени себя с Корл Фортуной». Вы будете довольны и вам понравится.